кстати, вот такой подъем совершает. Сейчас оттуда будет фотосессия. С вершины горы. Попаданцы. Ага. Ревда в пустыне. Давай, Бастер, за Катей. Иди, тоже в кадр попадешь. Вот она там. Я вижу озеро. Это мираж. Нет, там огромное озеро. Честно? Ты честно видишь? Да. Ну, акуля на виде. Пошли. Друзья, всем привет. Вы на канале Академии релаксации. Я Юрий. Сегодня мы опять посетили Кыштымский район, нашу Тайгинскую пустыню. Можете полюбоваться. Место, конечно, экзотическое. Не хватает тут хорошего озера, а когда-то оно здесь было. Но все засыпано песками. Это пески, отходы графито-калинового комбината. Представляете, какая масса прошла через их станки. И даже сейчас, если присмотреться, песок переливается таким серебряным цветом. Это остатки графита, которые не смогли они добыть. Вот посмотрите, такая красота. Солнце, жарко, палево. А с другой стороны мы можем видеть озеро. Это озеро Акуля. Когда-то очень хорошее озеро. Богатое рыбой. Глубокое достаточно, чистое. Но сейчас оно потихоньку вот с этого берега, опять же, вследствие наступления песков, засыпается, заболачивается, но немножко стало хуже. Но тем не менее озеро прекрасное, в принципе, как и все озера на территории Челябинской области. Сегодня мы вот с девчатами здесь путешествуем. Говорят, еще немного, и здесь появятся верблюды. Я почему-то верю. А вы? Вот, а это наш дикий зверь. Пустынный, неопределенной породы. Уже не определишь, наверное, где в песке. Лежит, Юра, у твоих ног он. Угу. Смешно прислонился шеей к песку. Бастер, где Катя-то? Не надо мне, он не нужен. Где Катя? Мама, ну что он делает? Господи. Он роет ямку, чтоб ему было не жарко. Я села фоткаться, он за мной уже яму роет в тени. Меня все плачет. Бася. Ну ты, Катя, будешь более красиво выглядеть. Ты нормальный? Я что-то буду сидеть целый день? Спуск с бархана. Катя, ну ты поинтереснее спустись. А тебе надо было телефон нас взять. Просто лавина, и спускаешься в этой лавине. Все. Все на месте? Да. Ну я пошел. Давай. Оно прям это, вот тут дальше мягко будет. Прям по-мягкому. Вот тут уже. О, копыта вы. В каком-то внедорожнике. Как крали сафари тут. Все запылили. Все. Ну, Бастер, иди к Кате. Следующий. Иди, иди, Бастер. Да. Ой! Как с горки. Ой, тебе прям, Юра, руку. Ой. Как с сугамака катились, да? Ага. Вот это лилия настоящая. Одна расцвела. Они, мне кажется, редкие, да? А другой бутон еще предстоит распуститься ему. А мы идем его, да. А что такое? Ну, водяные лилии, я думаю, это, да. Два бутона. Ой, как красиво. Куча бутонов из-под воды. А эти два расцвели. Нянька, ну-ка покажи, как они на голос идут. Как на голос гуси идут, покажи. Да. Вот они пришли. На голос? А ну-ка я. Громче. Еще громче. Подходит.
кстати, девочка. Поросенок. Хулиганы. Проскочили. Проскочили к гусям. Тут и крокодилы, что ли, водятся? Да, вот такой песочный крокодил. Хребет из камешка. Друзья, чем хорошо это место? Тем, что мы можем из жарких песков тайгинки мгновенно практически перенестись в благословенные воды у льдов. Посмотрите, какая тут красота. Это у нас база «Жемчужина» от радиозавода. Прекрасное место, благоустроено. Ну, это мы еще посмотрим, как она благоустроена. Вот такие виды озера. Посмотрите, такое озеро. Огромное, замечательное, шикарное просто озеро. Вода очень полезная, радоновая. Сказать, я его не упускаю из воды? Нет, у него поводок, он мог выйти, он просто сидел попкой в воде. Ну, хорошо. Хотели выйти с территории на отдыха. Навешаны замки. Сторож ушел на обед. Мест нет, да. Ну, мы выйти не можем. Ворота закрыты. Но база все равно шикарная. Да, но остаемся тут. Прям нас не выпускает эта база отдыха. Ну что ж, друзья, заканчиваются выходные. Подошел к концу наш круиз. Садится солнце, садится батарея. Благодарим вас за то, что вы были с нами. Я думаю, мы еще посетим это прекрасное место. Оставайтесь на нашем канале. И дай вам Бог здоровья.